решили сегодня прогуляться по весеннему лесу, подышать воздухом, понюхать цветочки и поискать грибочки. Лесное озерцо. Здесь живут лягушки. Может, рыбки есть. Вот это лягушачья икра. Потеплеет, из нее вылупится лягушата. Смотри, как интересно, она как это, как желе. Палкой трогаешь, да? Да, там, наверное, много питательных веществ для будущих лягушек. И каждый год здесь такие же скопления икры лягушачьи. Каждый год одно и то же. В этот день мы нашли несколько видов ранних весенних грибов. Вот и первый грибочек в этом году. Дрожжалка оранжевая. Яркий, красивый грибок. Вот они еще одни весенние ранние грибочки. Эти грибы называются саркоцифа алая. Они съедобны, на вкус довольно приятны и необычны, потому что даже после кулинарной обработки не теряют свой яркий красный цвет. Нашли строчки. Срезали его. Похож на мозги или на грецкий орех. Очень красивый, плотный грибочек. Это строчок гигантский. Он съедобен после предварительного отваривания. И еще один ранний весенний грибок. Блюдцевик розово-красный. Или еще по-другому его называют дисцина щитовидная. Мы его также готовили после предварительного отваривания. В этот день нам удалось найти и сморчки конические, сморчковые шапочки. Эти грибочки предварительно не отваривали. В итоге получилась хорошая жарюха. Весна. Очень красиво примула цветет. Мы собирали немножко примулы для травяного чая. Такая полноводная лесная река. Летом обычно в жару она пересыхает.